Да, опять же, я же не топ-игрок, чтобы проходить рефералки. Я не проходил ни одной рефералки, поэтому у меня нету ни одного, что называется, какого там реферального игрока, или как это правильно называется, рекруты. Так, 90-ик бежит. Вижу ЛТшку, но, наверное, до падения в яму я бы, наверное, не успел бы ему ничего здесь дать. ЛТ, друг, ты вообще безбашенный? Я в шоке. Ну все, я так думаю, ЛТшка поиграла в этом бою. Если ебрик не глупенький, он его сейчас там дострижет. Ну что, давайте КС-очку. Давайте порадуем КС-ку, где-то здесь стоит. А после уже, наверное, будем смещаться. В общем, ребят, что вижу теперь точно? По количеству техники, по общей раскладке, я увидел то, что у противников наиболее активно играющийся фланг – это центр. Соответственно, там будет очень много тяжей. А плюс не так сильно кроет центр уже непосредственно. В общем, ребят, при данной раскладке, при данном раскладе, который мы ей видим сейчас на карте, мы можем спокойно поджиматься и, что называется, уже здесь наигрывать в центр по тяжам. Очень много тяжей, очень глупые тяжи, мне кажется. Слабо, глупо играет команда противников. Я не знаю, что ему там нанес, сколько я ему дал, но в итоге, видите, у нас сегодня, что называется, просто рвем всех подряд. Что не выстрел, то фраг. Просто какие-то маньяки на HD, я не знаю, я в шоке. Это, видимо, после Йоха. Пытался сегодня маленько на Йохе поиграть. Это, конечно, был трэш. Это был полнейший трэш, полнейший шок. Особенно, когда тебя вот в этот огромный лючок на 7 уровне просто вертухи закидывают. Чуть ли не 3 из 3. Еще смотрите, как противники-то отступают идеально. Привет, Валера, привет. Здравствуй, дружище. А мы сегодня, что называется, мастеросов бьем прям с первого боя. Первый же бой и сразу мастерос. Причем побед пока что на аккаунте за сегодня еще на этой растяжке не сделали. Но мастеросы уже есть. Так, ну что? Ну какой-то очень наглый МХ. Очень наглый. А ЕМХ какой-то безумно наглый. Так, здесь что самое важное? То есть сейчас примерно будем как-то заценивать ту точку, чтобы нам с центра никто не прокинул. И будем вот сюда вот работать. Ребят, я очень долго ждал чего-то подобного. Подобные раскладки я уже давно-давно не видел. Когда огромное количество тяжей приезжает в эту точку, и все стоят, знаете, все пытаются кемпить. Единственное, чего бы я хотел бы здесь пожелать, это чтобы, ну, никто не форсировал события. А при должном, скажем так, плане, при должном раскладе мы будем очень неплохо здесь напихивать. Может быть, даже не столько урона нанесем, сколько наглушим-то точно здесь. Хочу, чтобы ты 30-й немножко назад отошел. Ну, не отходит. Ладно, бог с тобой. Не получилось. Обидно. В общем, там где-то йох. А ближе поджимать не хочу. Если... Да нет, надо вот здесь где-то оставаться. Вафелька, ты меня объедешь? Спасибо, друг. А, нельзя пока выходить дальше. В общем, смотрите, 2-5-7 стоит ко мне задом. Ну, пока мы буду кидать? Не, наверное, буду по двум танкам кидать пытаться. А лишь бы, что называется, снаряды летели. Снаряд полетел очень далеко и, что называется, не туда, куда бы я хотел. Обидно, досадно, но ладно. А, здравствуйте, Анечка, здравствуйте. А я только вот сейчас, к сожалению, заметил. Немножко, что называется, отвлекся. А, так, ну что, секундочку. Давайте-ка попробуем здесь. Все-таки, да, не, ну хочется сюда кинуть. А, во-первых... А вот с Т-30 доберем, это уже будет неплохо для моей команды. Это будет уже очень хорошо. Плюс какой-то, может быть, даже оси здесь получим.
А это тоже будет очень даже полезно для нас. Ну, как-то вот так. Вроде бы успел и бой играть, и, что называется, цветочки дарить. На нашей клумбе цветов много. Обидно, не полетел выстрел. Очень сильно не полетело, к сожалению. А, даже не знаю, вообще стоит центр сейчас поджимать, нет? Может быть, я глупость сделал? А, ну да. Уже все, там тяжек это нету. А, да, глупость сделал, ребят. Точно сделал глупость. Да уж, как-то слишком быстро убили противников. А здесь же где-то и арта стоит. А войс залетит нормально, но тут же шарик скушал аптечку. Совсем никак не хочет с нами общаться этот шарик. Слушайте, вся техника светится. А, это плохо. Когда вся абсолютно техника вражеская светится. В общем, это ведет к тому, что ее слишком быстро здесь загрызут. Ну, Анечка, для нас это не проблема. Самое главное, чтобы девушкам было приятно. А, пытаюсь скорее кинуть оглушение, чем урон. Отлично. Ну, все, сейчас арта в углу. Посмотрите, вот она стоит. Все очень быстро, к сожалению, закончилось. Все, к сожалению, закончилось слишком быстро. Ну, какая-нибудь вторая, может быть, степень. И максимум. Больше, наверное, не будет. Сегодня мы играем, что называется, без мода на отметку, поскольку не обновился еще мод, и я не могу, никак его установить. Слушайте, второй мастерос за бой я... Слушайте, два боя, два мастероса, ребята. Это как так? Это что ж там ВГшники так крутят? Разве такое возможно? Просто, ну, посмотрите. Вы посмотрите сюда. Студзянки, победа, мастер. Затерянный город, ничья, знак классности, мастер. ВГ, вы что творите?